Санитарная обработка муниципального автопарка начинается с мойки. Сначала при помощи обычного мыльного раствора приводят в порядок внешнюю и внутреннюю поверхности рейсовых машин. Затем салон автобуса протирают насухо и дезинфицируют профессиональным антисептическим раствором. Обеззараживающее средство рекомендовано региональным Роспотребнадзором и безопасно для человека. Оно имеет все необходимые сертификаты качества. В ежедневном режиме специалисты мобильной бригады обрабатывают поручни, лестницы, сиденья. Одним словом, все, до чего может дотянуться рука пассажира. После плановой дезинфекции машины отправляются в рейсы. По поручению городского департамента транспорта за соблюдением масочного режима на маршрутах следят кондукторы, полиция, сотрудники народной дружины. Если раньше отдельные пассажиры пренебрегали рекомендациями Роспотребнадзора, то сейчас, узнав о внушительных штрафах и статистике по числу заболевших коронавирусом, правила не игнорируют. Ежедневно на нарушителей составляются протоколы, если такие выявляются. Потом составленные эти протоколы направляются в суд. Значит, там мера воздействия от предупреждения до штрафа. Штраф от 1000 до 30 тысяч, но все это уже на усмотрении суда. Даже такое было вот в ходе рейсов этих, да, допустим, у кого-то там нет маски, пассажиры охотно делятся этими масками. Ну, кто-то идет прямо на принцип, говорит, нет, не надену маску, и приходится выходить из подвижного состава. Более того, нарушителя теперь накажут не только рублем. Продавать билеты таким пассажирам не станут. Попросту высадят на первой же остановке. А при конфликтной ситуации еще и вызовут наряд полиции. Впрочем, большинство горожан сознательно подходит к режиму ношения масок, отмечает кондуктор Наталья Веселова, и стимулирует жителей Самары личным примером. Накупил все маски, все. И внучки, и дочки. Все, заставляю руки мыть чаще. У нас антисептик есть дома. Слушаются? Да более-менее. Иногда приходится напоминать. На меры предосторожности, они всегда должны быть. Вот, чтобы не было, скажем так, нехороших последствий. Вот это очень важно. Перед каждым рейсом после дезинфекции транспортных средств кондукторы и водители проходят необходимый инструктаж, в ходе которого руководитель напоминает о необходимости надевать защитные средства самим и оповещать об этом пассажиров, в том числе через автоинформатор. Если контроль обнаружит на линии сотрудника предприятия, кондуктора или водителя без защитного средства, назначается служебная проверка. По ее итогам виновник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Предприятию уже грозит штраф в размере от 300 тысяч рублей в случае выявления на рейсах пассажиров без масок. Ольга Павлова, Константин Головин. События.